созданном проекте, как утилизация оксида серы. А на сегодняшний день этот проект каким-то образом нигде о нем не слышно. Какая ситуация на сегодняшний день вот по этому проекту? Спасибо. Спасибо. Ну, проект действительно большой, проект действительно амбициозный, очень дорогой. Вот, и в настоящее время он у нас движется. Значит, до середины 2014 года мы собираемся получить, значит, проектную документацию по медному заводу, по утилизации диоксида серы. И до конца 2014 года, значит, естественно, это все будет зависеть от эффективности работы нашего подрядчика. Вы знаете, известных альянсных компаний, такие, принял участие. Вот, до конца 2014 года мы ставим перед ней задачи, чтобы был завершен проект по, значит, улавливанию диоксида серы на Надеждинском заводе. Вот, значит, как только у нас появятся все результаты по, значит, уточненным финансовым затратам и по графикам строительства, естественно, компания тогда составит свои перспективные планы по внедрению этих двух проектов. У нас есть определенные обязательства, которые мы собираемся выполнять. Первый вопрос. У нас перспектива нашего речного производства. Уже два года подряд мы его выставляли на торги, сделки не состояли. Что у нас дальше? Ну, я думаю, что Норильский никель не потерял заинтересованности, значит, в российском пароходстве. Вот, значит, те процессы, которые происходили в рамках совета директоров, это, значит, решение было совета директоров. Вот, насколько мне известно, значит, Норильский никель собирается участвовать в подобном, значит, аукционе в будущем. Вот, поэтому мы не видим никаких, значит, опасений по дальнейшему. Сергей Иванович, если можно, я вопрос вам задам, я тоже участник круглого стола. Скажите, пожалуйста, в рамках изменения вашей парадигмы, там, стратегии развития компании, есть ли в этой новой стратегии место для красноярских предпринимателей, для тех, на вашем языке, кто живет на материке? Насколько, на ваш взгляд, новый взгляд на развитие компании, новые подходы эти учитывают желание большого количества подрядных организаций, производителей разных видов промышленной продукции, расположенных в южных районах Красноярского края по отношению к северным районам? Я вот так, ну, понятно, о чем я говорю. Видите ли вы нас в этих процессах? Спасибо. Ну, абсолютно. Значит, маленький пример. Сейчас мы занимаемся, допустим, пересмотром организационной структуры нашей геологоразведочной компании, так, с точки зрения повышения эффективности ее. Значит, рассматриваем вопросы создания, значит, так сказать, сервиса общего пользования, по-английски shared services. Вот. Значит, скорее всего, shared services будет расположен на территории, значит, Красноярска, вот, который будет фактически обеспечивать, значит, все вспомогательные работы и технические работы нашей, значит, компании «Норильск Геология». Это как небольшой пример. Вот, значит, из больших примеров, как я уже сказал, объемы строек достаточно большие, упомянули серные проекты. Так, у нас есть обязательство построить таких два гиганта. Это, значит, потребует и строительные мощности, и монтажные мощности. Вот, один только, значит, проект по, значит, реконструкции Толнарской оборудовательной фабрики. Вы знаете, что мы вступаем в стадию, значит, второй реконструкции с доведением мощности фабрики до 10 миллионов. И сегодня директор генеральный принял решение о том, что мы начнем ускоренно рассматривать вопрос по третьему пусковому комплексу, который, скорее всего, заменит, значит, и возьмет на себя все мощности по переработке нашей руды. То есть это доведение оборудовательной фабрики до мощности 20 миллионов тонн в год. То есть это достаточно амбициозный проект, большой проект, не новый в мире, но достаточно амбициозный. Потребует, опять-таки, и строительные, и монтажные мощности, которые мы будем искать за, значит, пределами Норильска. Вот. Ну и помимо этого, это, значит, дополнительное наше взаимодействие со всеми исследовательскими и научным потенциалом, который существует сегодня в крае, для того, чтобы эти проекты работали. Я считаю. Спасибо, Сергей Николаевич. И Денис Нашпаганов получит. Я думаю, что достаточно простой вопрос. Вот поясните, в чем, какие причины
технические решения. Они могут быть ноу-хау носить, и вы должны их закрывать, потому что это ваше достижение. То есть вот какую степень открытости вы считаете для себя такой достаточной? Вы знаете, есть существует механизм, каким образом можно защитить ноу-хау. Вот. Поэтому, значит, открытость — это нормальное требование компаниям, которые, значит, выходят на мировой уровень по, значит, корпоративной ответственности. Вот. Это в вопросах управления компанией, в вопросах распределения доходов, это в вопросах, значит, ведения своих финансовой отчетности, это введение, значит, производственной отчетности. Все эти вопросы аудируют. Если мы собираемся привлекать, как вы говорили, каким образом вы собираетесь привлекать, значит, капитал со стороны, каким образом вы собираетесь искать, значит, партнерство, люди, естественно, обращаются к общедоступной информации. И чем более открыта компания, чем более понятно, каким образом она ведет свою хозяйственную деятельность, тем больше успеха в том, чтобы можно было привлечь, значит, капитал. Я думаю, что вы слышали совсем недавно о том, что компания разместила, значит, бонд. Да? Вот за счет того, что прошли вот эти вот наши презентации по новой стратегии, так, я думаю, что по большому счету, тем, что компания объявила о своих новых направлениях, компания готова работать сегодня с мировым сообществом, значит, подписантов на, значит, бонд было больше, чем мы предполагали. Это говорит о том, что подобными действиями мы заинтересованы инвесторов как раз вкладывать в норильские регионы, и, естественно, это все скажется на поступлении и налогов, о чем вы спрашивали, и на занятости всех наших мощностей здесь проекта. Спасибо. Мы пришли. Хотим, пожалуйста, указать вопрос.